Накануне в Мордовском республиканском музее изобразительных искусств имени Эрзи открылась персональная выставка «Лоскутная живопись» художницы Марины Игошевой. Музыкальное сопровождение к торжественному открытию выставки исполнил сын художницы Алексея. В свой день рождения он таким образом поздравил маму с персональной выставкой. Марина Игошева родилась в Саранске и свой творческий путь начала с Саранского художественного училища. Художница успешно работает в разных видах искусства. Это живопись, графика, керамика и дизайн. В 2009 году она открыла для себя новое направление в творчестве – панно из текстиля. Марина Игошева начинает осваивать пэтчворк, аппликацию, машинную и ручную вышивки. Есть техника, которая уникальная, которую придумала я сама. Я не видела такого. Ну, интернет же, все можно найти. Ни в Японии такого нет, нигде. Просто я работаю. Я не занимаюсь саморекламой, самопродвижением и так далее. Все в таком духе. Я не думаю о карьере или о чем. Мне просто интересно творчество. Каждое произведение проходит непростой путь от задумки до воплощения. Мастер не использует готовые схемы, и поэтому панно имеют особую оригинальность и неповторимость. Леса и поля, цветы и птицы, небо и звезды. Лоскутки ткани сплетают в ее руках в настоящей истории. В ее тончайших работах, в ее колорите, да, то есть мы видим тоже и холодные, и теплые оттенки, и все в такой гармонии. Вот, и поэтому и нам приятно за нашу школу, что выпускники нашего художественного училища заканчивают лучшие вузы страны и активно ведут вот такую творческую деятельность.